Несмотря на то, что выглядит все как строгое совещание, на самом деле это, по сути, разговор по душам. На традиционной встрече главы округа Станислава Катарова с представителями бизнес-сообщества бывает и эмоции кипят, и взвешенный диалог ведется, и есть место для сухой статистики. По межрайонной ФНС России номер 14 по Московской области. Всего за 2023 год инспекция в консолидированный бюджет Российской Федерации мобилизован 61 миллиард 674 миллиона рублей с ростом к уровню 2022 года на 9 миллиардов 495 миллионов рублей или на 18,2%. В ходе встречи главе муниципалитета представили несколько проектов, реализуемых местным отделением торгово-промышленной палаты. Один из них работает уже давно и носит говорящее название «Про бизнес для молодежи». Мы охватили большую часть школ. Раньше мы работали в трех, сейчас около пяти. И каждый там практически месяц нам поступают новые заявки от директоров, чтобы мы открыли там класс. Бизнес доступный. Чем он занимается? Это, вы знаете, это определенное направление профориентации для детей, для того, чтобы они понимали, чем мы занимаемся. Еще один проект, который реализуется на территории Ленинского округа уже больше года – развитие семейного предпринимательства. О нем рассказали практики – семья Коняхиных. Марина и Сергей развивают сеть клубов для детей и подростков. 24-й год нашим президентом объявили годом семьи. Мы многодетная семья. Для нас это очень важно и ценно. Семейный бизнес – это тот бизнес, который отвечает своей фамилией, своим делом. То есть вся наша семья вовлечена в развитие бизнеса. Для нас 24/7 мы вовлечены в это дело, и для нас это даже уже не бизнес, а как образ жизни. Подобные встречи проходят на постоянной основе. Помимо них, глава округа еженедельно посещает предприятия, работающие на территории муниципалитета, чтобы быть в курсе всех чаяний и проблем бизнесменов. Бизнес в Ленинском городском округе, он, а, очень социально ответственный, б, очень близкий к людям на самом деле и готовый создавать и дополнительные рабочие места, и дополнительно привлекать людей, и дополнительно их мотивировать. Постараемся сделать так, чтобы нашим предприятиям, которые работают в нашем Ленинском городском округе, было комфортно, и они развивались. А для этого нужно в первую очередь взаимодействие. После докладов представителей различных комиссий Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области разговор продолжился в формате «Вопрос-ответ». Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.